День знаний – особенный день для всех учащихся, студентов и их родителей. Он наполняет ощущением праздника сердца многих тысяч людей – от школьника до профессора, объединенных неутомимой жаждой познания и радостью творчества. Черный низ, белый верх – в руках цветы любимым учителям. В нынешнем учебном году за парты в Десногорске сядут почти 3000 школьников. Первый раз в первый класс отправились 310 детей. На школьных линейках в Десногорске сегодня присутствовали и почетные гости. С Днем знаний педагогические коллективы учеников поздравили руководство города, представители Смоленской атомной электростанции, предприятия «Атомтранс», духовенство, уважаемые жители нашего города. Все мы начинаем взрослую жизнь со школьной скамьи. И в этот день вспоминаем своих первых учителей. Благодарим их за огромное терпение, внимание и любовь к детям. В этот день желаю всем больших творческих успехов, терпения, преодоления трудностей и целеустремленности. С праздником! Я вам хочу пожелать, чтобы вы всегда, учась в школе, не следовали принципу «выучил, сдал, забыл». Наоборот, чтобы вы обрели радость постижения знаний, и тогда вам это поможет и в будущем всю жизнь достигать определенных высот. Божьей помощи вам! Теплые слова, цветы, улыбки – все было в этот день. Первоклассники читают стихи, старшеклассники поют песни и танцуют. У школьников и родителей отличное настроение в этот день. У нас мальчик пошел в школу, в 6 класс. Ждем позитива, ждем хорошей учебы, ждем внимания от преподавателей, ждем новых знаний. Планирую стараться учиться на пятерке и четверке, но чтобы пятерок было больше. У меня дочь 4 класс в этом году идет. Рада, конечно, учиться-то надо очень. У нас учительница очень хорошая, школа очень хорошая. День знаний – настоящий праздник и для преподавателей. Они всецело отдают себя работе и заслуживают глубокого уважения. Каждое достижение ученика – это личная победа учителя. При непосредственном участии педагога раскрываются таланты детей и вырастают все те, кто составляет гордость России. Мы ждем хороших успехов наших выпускников на олимпиадах, на конкурсах, участия в конкурсах. Будем, да, надеюсь, участвовать в конкурсах Росатома, в олимпиадах Росатома. Ну и, естественно, мы очень хотим, чтобы школа наша росла, приходили к нам ребята, тем более у нас сейчас, в общем-то, она обновилась, стала яркой, светлой, красивой. День знаний – новый этап серьезной работы, успехов и открытий. Он символизирует постоянное стремление ко всему новому и неизведанному. Мы учимся на протяжении всей своей жизни, осваиваем умения и навыки. А старт этому всему дает школа.